Вот как солнце поднимается. Солнце 31 декабря 2021 года. Я вышел специально это снять. Увидеть поближе, как это. Как красиво солнце здесь. Какая панорама. А это вот решетки. Дальше тут губа называется. От рожек от Аби. Ну а тут ясное дело. Тут стройка, какая за ветками плоховато видно. 21 этаж. Да мороз сегодня вроде 17 градусов. Ладно, повернусь домой. Застыл сразу. Вот как оно все. Снег. Сибирь. Сибирь. Это город Барнаул, Алтайский край. Вот показать, какие строения тут. Этот дом сразу вымер весь. Вымерли двое. Вот. Дальше уже все так видно. Вот у нас стройка какая идет. Какие краны. Я все удивляюсь, как там они ходят рано. Мол, мороз, ветер. Сегодня пятница. И они там, люди, эти все. Вот вон там за этим зданием, видать, вот здесь вот, это краевой музей истории, культуры, литературы. Там был краевой суд. Там меня судили, осудили, отправили. А здесь вот что. Краны и там огни эти, которые горят, огоньки. Вот они. Они ночью особенно хорошо ярко. Рука мерзнет голой рукой. Вот так. О, это куржак называется, иней такой. Вот она. Дым идет, ветерок дует. А это шиповник, даже ягодки видать. Вот так, это береза в куржаке. Ну не очень сильный куржак, бывает больше. Вот я подхожу к дверям. Ох. Показать еще раз, какая радость. О. Так, у нас храм. Вот елка какая, тоже закуржавела. О, сейчас воробьев пойду кормить. Снегом завалило за ночь. Ой-ой-ой, все, больше не могу. Вон показать, где наш дым и как стройка идет. Я утром и вечером смотрю на них. Строители. Сегодня что-то не видать, видать, актируется день такой. Ой-ой-ой.